Глава Приморья провел рабочую встречу с белорусской делегацией. Стороны обсудили перспективы развития взаимного сотрудничества, которое в последние годы показывает серьезные темпы роста. Впервые на нашем форуме такая представительная делегация с белорусской стороны принимает участие. Это говорит о том, что расширяются наши контакты, расширяется сотрудничество. По итогам первого полугодия товарооборот составил почти 11 миллиардов рублей. Вот, то есть, поэтому здесь я думаю, что вся та работа, которая ведется нами с вами по различным направлениям, дает свои плоды. Губернатор также выразил благодарность белорусской стороне за оказанную помощь в ликвидации последствий ЧС в регионе. Он подчеркнул, что приморцам важна поддержка братского народа. Также с российской стороны прозвучало предложение наладить прямое авиасообщение между Минском и Владивостоком. В свою очередь Дмитрий Крутой отметил, что Олег Кожемяка – единственный среди руководителей российских субъектов, столь активно развивающий партнерские взаимоотношения с республикой. За последний год вы трижды были в Беларуси, сами предметно погружаетесь во все вопросы, встречи на разных уровнях, и повестка двигается. Действительно, появляются вот те новые направления, о которых вы сказали. Даже характерный штрих, что вот уже по данным за июль-август мы превысили уровень прошлого года по нашему товарообороту. Появился ряд новых направлений. По итогам встречи белорусская сторона поддержала инициативы главы Приморья и выразила намерение продолжить плодотворное сотрудничество. Анна Дьякова, новости на Восьмом.